Шутка тоже есть еще. Шутка. Бля, ну 5 лет не общаться с бабами, это, конечно, блядь, тяжело. А чё так? А в чём смысл? Если не секрет. Почему? Почему так? Почему так? Так, у нас, ладно, генеральная уборка. Так, у нас все так же. Въезд запрещается средствам больше, чем 3 техническими дефектами. Так, акция почтовой шоссе. Больше 3, все то же самое. Опись грузов и паспорт автомобиля тоже должен соответствовать. Также контрабандист 4-9 ЧХ. Ну что ж, можно начинать наш день. И сразу у нас грузовой на подъезде. Грузовой. Институт душный. Привет, Нокси, привет, привет. Хорошо, Антонио Монтана, спасибо большое за писет. Почему геймплей за мага тоска, блять? Ну типа, отдайте. Наоборот, один из самых веселых геймплеев. Ездишь, ебешь, типа, и все, и больше ничего не делаешь. И выживаешь. Так, Базил Бойко, блять. Базил Бойко. Акаристанец, РГ-80 V2 LT, все правильно, 46 мая, сейчас 1 мая на дворе, на 29 сентября, день рождения, так, окей, все в порядке, так, выйдите из машины, пожалуйста, мне так проще. 1206 чел сидит, станция на сегодня, все, через сколько будем, через сколько фурии, чекаем, сколько фурии из аудитории стало 833. Ну так, есть люди, которым только станция нужна. Вот. Больше ничего не надо. Типа, их выбор, лол. Я же их не могу сказать. Так, ребята, блядь. Если вы не будете смотреть другие игры, нахуй, все, блядь. Я, нахуй, что-то буду, что-то предприму. Боже. Челы свободные люди. Так, масса 4240. 3650, порядок. Что ж, Базил Бойко. Ебало ваше, ваше. Так, отчет о досмотре. Давай у него теперь проведем осмотр технического средства. Два зеркала есть, колеса в норме. Пары в норме. Блять, он идеально проезжает. Так, ты стример в ловушке станции, без станции зрелов мало. Ну, понимаешь, блин, мейн группа стримить никогда не западло. Вот. Что такое мало зрелов для тебя? Давай я задам тебе просто вопрос. Вот. Просто меньше. Ну, блин, пацаны. Когда на стриме есть трехзначная цифра, это уже хорошее количество. Вот. Не верите? Попробуйте сами постримить. Так что вот так вот. Так, ладно, блять, отвлекли меня чуть-чуть. Время, все в порядке, у него просто все в порядке, блять. Все. Ты можешь ехать. Вроде бы проблем нет, но это первый блин кому может пойти, поэтому что поебать. Я? А что, почисто? Вроде чист, но я надеюсь. Сука, если ты ввез угле, блять, что-то запрещенное, я найду тебя и уничтожу. Уродец. Но он акаристанец, он наш, типа, поэтому, я думаю, все, проблем не должно быть. Да, я никого не слушаю. Ребята, я поздравить меня с повышением, блядь. Я теперь... Кто я? А как посмотреть? Я теперь инспектор, блядь. Инспектор Муниверс. У меня есть снайперская винтовка. Так, ладно, следующий. А мне нравится, где достаточно для шоу компании, но не достаточно, чтобы ты не читал сообщения. Да я стараюсь читать всегда, на самом деле, типа... Ну, мне несложно голову повернуть на второй монитор. ВАЗ-21, так, МН. Здрасте. Молодой такой. Ебать, чисто Сандей едет, слышишь? Кадир Фадель, блин. Решение на въезд, причина работы. До 24 августа 81 года, все хорошо. Кадир Фадель. ЗТ-64, Л-4-2-4. Варила 4 на 4 у него тоже все в порядке. Это варила и есть. Вес 1580.
Вот, касаемо того, типа, ну, мало зрелов. Пацаны, мало зрелов, это когда там тебя смотрит 20-30 человек, типа. Я, поверьте, я переживал такие коллапсы, ну, типа, в плане стриминга. Когда я бросил GTRP, было очень тяжко. Первое время, прям пиздец. С учетом того, что тогда еще ковид был, у меня, меня не звали на работу, я, по сути, сидел дома. И было очень тяжело. Когда там, знаешь, там тебя смотрело 600 человек, а потом 70. И ты такой думаешь, блять, а как мне выстоять, типа? Я уже думал даже со стримингом завязывать. Так. Выйдите, пожалуйста. Так, у него нет крыла. Двух крыльев. Ох, ебать, так у него пиздец. Нету двух фар. Нет зеркал. Два дефекта кузова, нет крыльев, блять. Этого уже более чем достаточно. Теперь такое со станцией будет. Ну, типа, закончится станция, будет что-то другое. Лол. Никаких мало. Сучило сидите, смотря на ов станции, нахуй глухую ночь. Какой мало, блять, половина зеленушек просто на завод с утра спать пошли. Нет, а там чел прям на серьезке написал. Давай расскажу свою мини-сторис. Пошел в клуб с 7 на 8, побухал с другом. Вязки всякие. Тут на танцполе подлетела мадам, которая шире меня в раза два, но это не жир, а мускулы. Я думал, она меня быстрее выебет, чем я свалю оттуда. Ну, как видите, я успел свалить. Ой, блядь. Я, кстати, не думаю, что... Бля, ну ладно, типа, если я уйду со станции, я не смогу там собирать 1000 зрелов, да? Но... Бля, мужики. Понимаете, я за время, сколько я на стриме на станцию, я набрал... Я познакомился, во-первых, с большим количеством хороших людей, а во-вторых, набрал какую-то аудиторию, которая меня, типа, в основном поддерживает. Вот. И скажите мне, расскажите мне о цифрах, да, если поддержка-то в основном идет от людей, которые тебя поддерживают. То есть в плане, там, любой, там, подписки, донаты, сапки, там, хуяпки. Вообще абсолютно все. И, типа, расскажите мне про импакт станции. Я, блядь, за 2022 год стал самым популярным стримером в категории по станции. Объясню почему, потому что я ее только стримлю в основном. Макс там редко ее подрубает, да, там Алькор тоже так периодически что-то рубит, что-то нет. А я стал, ну, но это не самый путь. Знаете, почему я стал? Потому что ее нахуй никто не стримит. Прирост аудитории со станции, то есть фолловеров, практически нету. Это игра для одного замкнутого круга. То есть, по сути, как вы заложники мои, так и я ваш заложник. Пон, типа, пон. В этом смысл. Вот он основной смысл. Вот он, вот это реально прям основной смысл этой хуйни. Прям самый основной. Ой. Типа, мы все в одном круге с вами завязаны. Так, ладно. Правила въезда он нарушил. Варила это у него есть. Правила въезда нарушены. Регистрационный номер. 268. Так, МН, все хорошо. Не, я с тобой уже надолго, уж интересный человек ты. Ну, надеюсь, что так. Ну, типа, понимаешь, не всем важен человек. Кому-то важен... Бля, мужики, я сужу, знаете, по кому? По Сане Вудушу. Я его сам смотрю. Я знаю, что это охуенный чувак. Но, бля, типа, он стримит героев на 10 тысяч. У него 10 тысяч онлайна. Он подрубит что-то другое, типа, у него там не будет такого онлайна. Понимаете, как это работает? И так со многими на Твиче. Вот. То же самое я могу сказать про видосы дрочеров. Пацаны, я могу начать видики на стрим смотреть, и тоже буду. Когда нарезку Фреда смотришь, там тоже косарь, типа, сидит. Но люди приходят не за тобой. Люди приходят посмотреть просто видик с Фреда, покекать, закрыть стрим и пойти дальше. Ой, я не то поставил. Блять, я ему раз... Сука! Блять! Я ему не красный поставил, а зеленый. Запизделся реально. Ладно, все, блядь. Чуть тщательней. Не, не хочу. Бля, ладно, сон. Это $200, блядь, это важно. Сон. Парижу, опна вы хорошие спальники. Готовочная жиробота дынная. Настоящий здесь смотрит не игру, а человека, а безусловно стримера не игру. Хорош потом. Ну типа, блин, мои РПшерские качества выработаны еще были, блядь, с GTRP. И говорю, парни, если вдруг все станет плохо, любая РП игра, блядь, любая. Нужно, чтобы она была, типа, довольно популярная, вот и все. А так, ну, станция меня устраивает, потому что система раундов. Типа, это очень удобно.
Я до сих пор, я давно так начал говорить. Так, Базил Бойко, блять, с ним все в порядке, ребята. С ним все в порядке, его можно пропускать. А, если плохо станет, на пополупа GTRP пойдешь. Да хз знает. Типа, знаешь, насчет GTRP все сложно. Сейчас там, ну, она скатилась очень сильно. Давай по-честному, GTR 5 EP было охуенно в твоем исполнении, такой своеобразный сериал. Ну, может да, но время то прошло, типа, сейчас время станции, следующее, не знаю, будет время станции 14, потом после станции будет что-то еще. Вот, потом может GTA 6 будет. RDR 2? Я не играл в RDR. Типа, я... Когда, короче, было RDR RP, меня просили... Рапшаю от документов. Меня типа сказали, что, мол, иди извиняйся там перед всем Liberty, блять, за то, что ты там тогда сказал, наделал. Вот, и может быть, тебя простят, блять. Я такой подумал, ебать, а ну мне надо вообще извиняться за свою правду. За то, что типа... Так, у него нет бампера. Пущена шина. Так, нет бампера, раз, пущена шина, раз. Сзади бампера тоже нету. Уже три дефекта. Стекло битое. Ты в бане на Liberty, да, битое? Да, я в бане. Это окна. Да, я в бане, к сожалению. Там была ситуация, блять, в последний раз, когда мы играли. Там админы, короче, решили, типа, показать, что они... Это их сервер, типа, и они могут здесь сделать, что хотят. И выиграть только их пачка. То есть там же, помнишь, что было? Типа, конец света. И мы разделились на пачки. Там пачка наша, типа, я, Графон, Сандей. Кто еще с нами играл? Там ребята, парочка. Вот, пачка админов, пачка еще каких-то чуваков, блядь, каких-то фриков. Вот, и... По итогу так получилось, что... Да мало. Мы отсосали хуй, типа, я на это сгорел. Вот. Ну, типа, знаешь, там была ситуация, когда мы могли всю пачку админов выебать, но мы не стали их стрелять. Мы их гопнули, типа, хорошенько. Мы могли поебашить их, но не стали этого делать. А по итогу... Чё, блядь? Блядь, меня уже ебут. Ладно, ребят, сна больше не будет, это судьба. Меня справедливость достала. А, захожу на мейн, оказывается, на слюрпоре это не совмещение проектов, да? На слю... Что такое слюрпи? Что? Так звали того хуя админа, который еще на мини-куперах, который взрывался кататься. А, это Гранд Леон. Да, он нормальный чувак, на самом деле. Мишаня, спасибо большое за рейд. Мишаня, вспоминаю, короче, наше похождение в GTA-шке. Вот, и рассказываю, почему меня на Liberty забанили. Здорово, парни, здорово. Здорово. Документы все мобарсны. Пропшач перевозку мену. Так, хорошо. Меня ждет мой тренер. Жилимус Зейк. Жилимус. Номер совпадает. 94 ВБ, ВБ-Y. Микро 26D. Так, выйдите из машин, пожалуйста. Так, хорошо, покиньте машину. Па-п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 а. Так, давай взвесим ее. Вес допустимый. Так, теперь возьмем Олд Леона. Вот, и, короче, да, это был Гранд Леон. Но тут там не в этом смысл, типа, был. Был смысл только в том, что нас захуярили просто потому, что вот мы пришли тогда на переговоры, нас просто всех стенки поставили и застрелили нахуй. Типа, ну, нормально, нормально чел играют. А когда мы их гопнули, типа, стояли у всех там, они с поднятыми руками, мы их могли заебашить, меня никого не тронули. Типа, меня от этого я больше тильтанул. Вот прям сильно тильтанул. Это не микрос нихуя. Это тип машин не подходит. Так, бамперов нету. Зеркал нету, крыла нету. Стекла нету. И стекло есть. Так, дефекты кузова имеются. Шина спущена. Зеркала нету. Бампера нету уже 4. Фара разбита. Вот и все. Что там такое? Али. Давно контрабанда, только начали, недавно станция закончил только.
Далее. Давай посмотрим. Это нихуя не Микрос, эта машина не эта. Микрос это другая машина. Да. Правила въезда нарушены. Тип автомобиля нарушен. Регистрационный номер. ВБА 9481Х. Все. В остальном вроде все четко. Но в любом случае, господин, досмотр завершен, въезд запрещен. Всего доброго. Да, может еще паспорт просрочен, но я по правилам въезда его не пустил, мне в любом случае плюс дадут. Да, обоснованный отказ. Так что такие дела, ребята. Снегу Дайнара. Так, посмотрим. АИК. 9ЧХ. Опа! Выходим из машины. Че продаете? Мешок картошки за 25. Да хуя хочешь. Выходим. Отлично. Атма выходит. Мадре или осторожно. Ты же знаешь, что я найду. Ты же знаешь, что я все найду, блядь. Я сейчас посмотрю сначала этот. Это что за хуйня, блядь? Опа, блядь. Что будем делать? Да, я увижу колесо сейчас. Тут еще сиденье, блядь. О, ёб твою мать. Блядь. Это пизда, блядь. Ебать, тут под ошибкой, что? Ну что, все. Блять, как эту хуйню вскрывать? Тоже ножом, что ли? Нихуя. Нихуя. Ломом. Нож, говорит, надо, блядь. Сука, странно. А, блядь, в другом тале нужно было скрывать. Так, тут все. Ой, бля. Ебать ты тут навез, блядь, дружище. А чё так много? Рядом с контейнером движки. Ой, смотри, действительно. Ебать, сколько он там навез, блядь? Нихуя себе. На потолке, думаешь, что есть? Блядь, пиздец он. Ебать, сколько там кокса? Ебать. А чё так много? Смотри, какая гадина, блядь, сколько везет. Вот нет свободного места. Ну нихуя себе, блядь. Придется лом выкинуть. Ты, блядь, посмотри, гадина. У него в анусе точно еще кокс, блядь. Все, нахуй. В тюрьму, блядь. Я шерифом стал, блядь. Здорово. Так, это все надо выкладывать на склад.
Бля, у меня на складе даже места нет, слышишь? А ты еб... А, подожди, там две ячейки у меня. Четко, четко. Даже кокс на склад, там в тачке еще два места с коксом. Еще два места с коксом? Каким? Где? Я все, что можно, обыскал. А что, камывайки сбиваемый? Блять, реально. Пиздец. По бамперам сейчас гляну. Здесь нет. Здесь тоже пусто. Не, на заднем бампере... А где? Вы видите змею? Пара? Задняя, типа? Блядь, тут надо... Вот так вот. Унитрять патрики, да блять, заебать, похуй. А да? А рос, да все, хватит. Так, досмотр, да, завершен, плюс 200. Следующий. Следующий нахуй. Следующий, ребят, напоминаю, что после стрима на Твиче смотрим на Бусти сегодня Звездные войны. Третью часть нахуй, самую офигенную. Третью часть. Кстати, надо закрепить, сделать закреп. Закреп. Закреп, закреп. Как она называется? Атака клонов? Нет, месть ситхов. Звездные войны. Три. Месть ситхов. Стрим бесплатный еще. Бесплатно будет. Здорово, Вукни, привет. Что продаем? Водку 58, пачку сигарет. Что покупаешь? О, старина. Нет, 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 блять. Давай, выходи из машины. Выходим из тачки. Выходим из тачки. Так, давай посмотрим доки его. О, блять, ошибку уже вижу. РЛ 757 ОМО. 757 ОМО, ОНО. Едет транзитом, блядь, до 24 марта. Просрочка нахуй. Просрочка, везет 3 коровы, блядь. Вес какой машины? 5600, блядь, 6200 допускаемый. Корова, где третья, ебаный рот? Проебал где-то корову. Корова 1, корова 2, блядь. Где корова 3? Корова 3 нету. На фото он? Конечно, не он, блядь. Конечно, не он. Кто, хуй пойми, кто это. Фото не то. Опись грузов не та. Техническая составляющая тачки надо посмотреть. Так, зеркало 2, фары в порядке, передние шины в порядке. Все нормально. Здесь колеса в порядке. Так, ну, внешний вид машины заебись. При этом в любом случае у него ошибка в паспорте, поэтому вы не допускаетесь. Окно разбито? Действительно. Разбито окно. Коровий кок, скрывай. Два окна. А где второе, блядь? А где второе? А где оно? А где? Заднее. Ебать, точняк, чел, ты гений. Два окна разбито.
Не опущено, ребята. Вот это разбито. Чел гений. Чел-челыч гений, генийчик. Бампер. Заднего может мне быть. Но есть вроде как. Подожди, или нет бампера? Да нет, да блять, тут так и должно быть. Так и должно быть, все правильно. Короче, в любом случае он меня не проезжает. Он меня не проезжает. Пора что, ошибка? Ошибка, пора что. Поехали. Хлоп. И на разворотик. Номер сзади не нужен. Машины, кстати, не посмотрел. Та не та вообще. Идеальный осмотр. Пожалуй, на сегодня все. Так, ребята, надо съездить зэка отвезти, короче. Кокс отвезти. Бля, я с первого захода смогу отвезти? Пиздец, не смогу. Но если только Патрики оставлю. Мы можем попробовать избегать драки. Парится алмаз, блядь. Перемещен в полицейскую машину. Да я в курсе, я умею. Сразу тачку знаю, знаю. Конечно, знаю, конечно. Отдайте Варишу командиру. А ты можешь со склада сразу тачку грузить? Ебать. А я же не знал, что любовь может быть жестокой. Я тебе пока музыку включу. А похуй. Поехали. Давай наши, блядь. Да сука, YouTube ругается, ребята. Он даже на некоторых этих даже не хочет в России показывать. Приходится, знаешь, что делать, блядь? Обрезать. Засада. А нам поебать. Совместно с тобой альбом записал. Ты в курсе? Нет. Привет, Регент. Здорово. Здорово, здорово. Так, забирай, блядь. Забирай скот. 210. Полицка. Полиска. А если тут есть тут такой хороший досмотр, все равно бандит стреляет по нашим, то я смотрю, некоторые приезжают с разбитыми окнами. Ну да, так, теперь поехали в полицейский участок. Отдадим все, что необходимо. Нам не страшно. Полицка, быдлок. Да ебать страна у нас, да, пиздец? Блять. Это так было задумано. Нихуя лихач. Много на границе повстанцев. Так, мы же просто прямо до конца. О, Горс Легаси подрубил. Это машина Рона Уизли? Летающая? Ш-
Так, бля, интересно, сколько вообще до конца игры еще осталось? Мне прям интересно, сколько она будет длиться. Сюжет-то есть. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Ебать, на 670 баксов кокаинчика продал, ребята. Вот это я понимаю, день зарплаты нахуй. Разрабы писали, что 12-13 часов. Охуеть. Мне осталось не так много, кстати. А сколько она в Стиме, кстати, стоит? Она ж вышла уже, да? Чё по цене по итогу? $624. Ну, блядь, ей бы 500 бы нахуй сделать. Вот это прям бы было... 500 рублей, это прям вот для нее цена. А так дороговато. Уа. $19 на скидке. Ебать, в Америке цены, пиздец. Как вы там нахуй живете, ребята? Отдайте подробные, воришу. Возвращение, с возвращением. Добрый-добрый день, блядь. Так, сейчас. Бля, как же хочется дом себе улучшить, наконец. Ну похуй, живем, короче, в довоенном. Я еще автозак хотел купить. Блять, но он 1700 стоит, он очень дорогой. Поэтому я езжу на заведе. Завет. Обслуживание 30 баксов стоит. 8 заключенных можно перевозить. А, кстати, инструменты, да, я не купил. А мы сейчас посмотрим, типа, у меня же контрабандисты кончились. И на расход 385, блять, дорого. Что, ребята, добро пожаловать в мой дом. Наконец-то съехал от родителей, блядь. Вот так и живем. На севере. Дина, ты откуда, напомни мне? Ты из Франции, да? Ты во Франции живешь? Да мучишься? Моя мадре информации, это Ажна Опока. Утробы Багришта, это... Бля, меня среди ночи. Среди ночи, блядь, перехват контрабанды. Мы получили наводку о том, что спрятано большое количество контрабанды. Доберись до места, да, конечно. Сейчас. Да, из Парижа. Учусь в универе. Да, не машина, блядь. А мне лопата нужна? Как у меня ее нету? А у меня нету ее. А у меня же ее нету. Была на складе, блядь. Я успею за это время. На угодное. Это заступ нахуй называется. Широка река и глубока она. Очень широка река.
Собака Павлова, с днем рождения тебя. Могу свет включить, если хочешь. Если ты тру собака Павлова. На самом деле, счастье, здоровье, всего самого лучшего. Счастье. Здоровье. Приходите за крупную контрабанду. Блять! 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 Сука, блять! Мертв. Дробаш присосками стреляет? Похоже на то. Так, а где тут искать контрабанду-то? Переходите за купленную контрабанду. А где ее найти-то, блядь? Ты поймешь. А потом пока достану. Блять, комары еще, сука. Да там, ну, у контрабандистов метка змей. Назад, я пропустил. Блять. А что я не видел? Структура земли странная. Вот это? Бля, ебать. Автомата. Жди, блять. Ёбаный твой рот. Нихуя себе, блять. Нихуя себе, блять. Тут еще есть? Да я понимаю, типа их там три. Надо искать, блять. Сука, комары как будто врыл, блять. Знаешь, сядешь, сядет и захочется все чешется. Человек не склеп, а может быть открывается. На трупе там есть. Торы, блядь, трупы исчезли уже. Вот это вот. Вот
Блять. Пипец. Пипец. А чё так много реально? Опа. Опа. По пушке не падает? Нет, только патроны можно собирать. Вот так вот. Он. Я выбрал сторону режима. За что ты умер, блядь? Парни, за что вы умираете, блядь? За что? Просто объясните мне. Кристан тебя не забудет, блядь. Он так лежал. Минуточку. Минуточку. Вот. Нашел проверенный опытный человек, который умеет проверить вместо колбасы. Дудя? Нихуя себе. Нихуя себе, бро. Нихуя себе. Нихуя себе, братишка, блядь. Такс. Чё я хотел, блядь, ребята? Выпил воды. И заебись. Сделать Дудю модером. Ке-ке-ке-ке-ке, блять. А, ке-ке-ке, Дудя модер, ке-ке-ке. О! Бля, плюс 800 баксов. Теперь спать нахуй после работы, блядь. Бля, прикинь работать ментом, блядь, пиздец. Я мент. А чё, в инвентаре нету, да, наверное, у меня ничего? Честным? Блядь. Колеса, сука, поспускали, твари, блядь. Лицо с модели, представь. Но он же не работает уже. Посмотри на отчет. Быстро переходишь. Да я знаю, типа, блядь. Ну, это такая работа. Не знаю. Я, блядь, знал чувака, короче, в Питере, который в Питере ППСником работает, блядь. Это вообще пиздец. Там, блядь, там послушаешь его историю, это нахуй. Это просто пизда.
Ибо в ППС это тот, кто, блядь, ну, алкашей забирает для всяких. Произнет машины, блядь. Да, иди ты в пизду. Отойдите по бок, мои воришки. А какой? Спать пора, блядь. Знаю чувака, который тут работает. У меня на местности хочет на юриста уголовно выучиться теперь. Что там, расскажи, я из Питера, интересно. Да, блядь, ну о чем может быть история в ППСниках? Типа, ну... Просто неадекваты постоянные. Какой-то пиздец. И всякая такая лабуда. Раздел 5 пандемии. Навид вернулся для предотвращения распространения эпидемии. Партия закрывает... А, Навид это типа ковид. Навид. Здоровье и жизнь граждан в ваших руках. Пиздец, ебать разрабы гений. Блять, мужики, Навид. А Макс дошел до этого момента? У него Навид был уже? Да? На вид. Давно. А Макс, наверное, он прошел уже, да, наверное, контрабанду? Так, контрабандист стоит барак, опрежение машины, спущенные шины, цвет синий. 0 BC или OBC. Да, здорово, кучер на фронте, не знать хойки, здорово. 21-40. Как тебе хочется? 42, блядь. Не, 21? Да, 21-40. Как, смотря для каких целей тебе. Ну, 21 нью-йорками проще, как по мне. Можно больше сделать, и постоянно есть снаряжение. Вот. Так, снизгающая эпидемиологическая угроза правительства обязала иметь 10 шагов вакцинации. Весь страну разрешен только людям с прививкой на вид 78. Кроме того, с момента вакцинации нужно пройти не менее 2 недель. Так, не менее 2 недель, блядь. То есть это 2 мая, блядь. Понял. Так, тут остальное все то же самое. Ну что ж, поехали, надо первого принимать. Да, да, да. Да, да, там нужно на Китай, конечно, все отдельно, все тоже отдельно. Там много-много моментов. Так, опись сертификата вакцинации. Соответствует. Так, Олег Савчук. Савчук, блядь. 2 тонны твоя машина весит должна. Окей. Привит от Навид 19, блядь. Один нахуй, а подписи тоже есть. Все есть. Паспорт в порядке. Вы еще у нас с грузом, да? Цвет машины синий, извините. Мне нужно удостовериться, что все с вами нормально, дорогой друг. Дорогой Ах ты, сука, тварь, ебаная. Ах ты, сука, тварь. Спирт везешь, блядина. Спирт, сука. Везет, блядь. На, это что, блядь? Что это такое? Деньги давай. Ёб твою мать, еще спиртик. Блять, нет свободного места. Это у меня в карманах, блять, ничего личного, извините. Подумаешь, да, я ношу в карманах 4 магазина. Для пистолета тоже. И бампер еще, да ебать его. Ебать, да тут пиздец контрабанды, блядь. Это прям конкретно. Пизданешься, конечно. Пиздец, да сколько?
Ой, не то я бью, не тем бью. Бля, сейчас, подожди. Сейчас сложу все, блядь, не уезжай. Канистр со спиртом. Я, да это лекарство от ковида, блядь. Да я клянусь, нахуй. От ковидика лекарство. Курва дурас. Следующий в тебя, понял, блядь. Спиртмобиль. А, Фалат. Тин, спасибо тебе большое за подписочку на Бусти. Спасибо, спасибо большое, спасибо. А модеры есть? А модеры на стриме есть? А дайте нам, что стрим сегодня будет еще на Бусти, пожалуйста. Закрепите, пожалуйста, в чате. Дайте, пожалуйста, что сегодня смотрим еще из Звездных войн. Всем раховы! После стрима на Твиче. Отойдите. Какая часть? Заключительная, бро. Все, Максонов, чисти, блин, все, что тут можно. Там люди стоят, ждут. Так, один контрабандист взят. Это хорошо. Попытка контрабанды пресечена, блядь. Следующая контрабанда из Альбарака. Будут спущены шины. И все такое. Патроны должны стакаться, но у них стак по 10. Так. Из Альбарака. О, чем торгуешь? Туалетка по 8. Блять, по 8 туалетка норм, не норм? Чат. Туалетка по 8 баксов. Норм, не норм? Норм, не норм? Норм или не норм? Норм. Тогда беру. Сигареты за 31 покупают. Сигареты. Сейчас принесу, подожди. Тише, он что, контрабандист, что ли? Я тебя смотрю. Не-не, это нихуя не дорого, нормально. Цена приемлема. А можно ваши документы? Выйдите из машины вообще. Ты бы купил туалетку за 600. Пробша радо. Чем будет это порядка? Откуда едем? Так, как пришли подмены? Идешь несколько лет? А я дуру, али ач врахо вьозн, эти не то Эно, а каристан водка ач нядлю, эти вас мадро вартный здравлячки. Ага. А мы откуда едем? Из Альбарака. Что везем? Мадре или осторожно? Выгружаем все нахуй. Угу. Так, груз, тюксена 7 штук, бочка машинного масла 2 штуки, газовая плита 1 штука, удобрение 5, ящик бананов 3. Все, с этим, с грузом все в порядке. Так, дальше. Колеса в норме.
Внешнее состояние машины. В норме. Открой печку на всякий. Печку? Ты имеешь в виду? Да, блядь, да нет, нет, нормально. Слишком чистенький. Да, что-то здесь это проблема. Бадар Яргал, блядь. Что за номерной знак? ЛВО-84СН. ОБЦ, это не то. Сертификат... Опа! А нет, нормально. Типа, время нормально. Машина Лич 57. А вот машина... Ребята. Видишь, что это Лич 57? Да, сука, все хорошо. Окно спущено. Блять, ребята, ну похоже... Прививка в порядке. Номер паспорта в порядке. Срок действия в порядке. Это ЗИЛ-157? Да нихуя, блять. ЛИЧ-157. ЛИЧ-57. Это он и есть. Вес 4500, допустим, 6200. Максонов, загрузи-ка все нахуй. У меня от Навида... Ну, Навид 78. Сколько масса? Ну, 4500. Блять, ребята, да с ним все в порядке. У тебя есть еще сиги на продажному? Разве есть? Я вроде, у меня одна пачка вроде была. А нет, действительно есть. Спасибо, что сказал. На вид 78. Интересный зато Амана, это равная рядога. Ребята, да в порядке он, типа... Правила въезда не нарушает. Опись грузов есть. Транспорт в порядке. Проезжайте. Радо туксаю, Аману. А чё бачиста? Поехал. И поехал, корешок. И поехал. Идеально смотрит. Следующий. Дружи, патроны продавать можешь? Нет, вроде. Шолик. Так, альбарак, спущенные шины, 3 штуки. Че покупаю? Пачку сирен по 21. Водка по 27. О, туалетка по 7, блядь. Беру. По 7 баксов покупаю. Пачка кофе по 50. Ну нихуя себе, блядь. Это от Обарст не выдумал. Давай документы сюда. Или от Сабик Сарашта. Пропшач эти хурка. Меносиста эсти обартный спатлачна. Мы не знаем эти час, а на живатку. А я мадро лишь точь адру. Стра говорит, блядь. Объединенный роли, а там Альбарам. Форис Смирнов. Отто. Отто 1419 ТТ. Арис Смирнов. Номер паспорта соответствует. Варила 4x4 машина соответствует. Так. От вакцинации соответствует. Не соответствует. Вакцинации нету, братан. Правила въезда нарушены. Плюсом. Бампера нету, раз. Фара разбита, 2. Крыла нет, 3. Бампера нет, 4. Ёбаный рот. Сестра сходит к медикам, бро. Въезд запрещен. Пора, что ошибка! Давай уже, блядь! Жаль, выдуманные пиксели.
Угу. Чё я не сделал? Ну, а, разбиты окна. Там окна еще не было, похуй. Так. Здорово, здорово. Выходим сразу с машины, блядь. Что продаешь? Покупаю туалетку по 5 баксов. Да иди ты нахуй. Сики по 47. Ебать, водка по 24. А водка по 24 норм или не норм? Такой момент. Даже в Дизнорде было жаль убивать чудиков, но не в Таркове. Выходи из машины пока. Республика Кагастам, а нам Аль-Барак нужен. Национальность Аль-Барак. Это Кагастам. Кос везет. Две козы, блять, две козы есть. Эрик Гончимик. Тип машины Гроздук. Это, скорее всего, есть Гроздук, кстати. М9 ГИ Б5Л. Вакцинация подходит. А, привит от гриппа, блять. А нам нужна привит от этого. От Навида. Поебать нам на твой грипп. Правила ареста нарушены. Правила въезда нарушены. Все, можете нахуй разворачиваться. Ладно, мы доброй ночи. Давай, монолитовец. Спасибо тебе большое. Всего доброго. ББ. Да мало, да мало. Да мало, да мало. Next. Ебать, буханка наконец-то заехала. Думал, что от гриппа прокатит. Сукин сын, а? Мы мазры и не русганят! Хуже говоришь, эй, все станетка его! Нахуй. Барасто, ошибка. Да, делать ошибку. Сейчас подожди, у тебя по-любому есть много интересного. Ну конечно, блять. Ну конечно. Опа! Это мне? Блять, ножик сломался, слышишь? Ну он что, не падает? Да, блядь, с дробовика же разъебываются колеса. Похуй, в других местах еще. Ни
еще спиртик. Спиртяо. Ну все, поехали. Блять! Его освободить хотят. Полицейское бытло. И мне надо ту хуйню пойти хуярить, не? Снегу Дайнара. Навид возвращается. Прививки снова обязательны. Олимпийские игры отменены. Начальник охраны, я тренер олимпийской сборной Кагастана. Один из наших игроков, Джилу Зак, вчера не явился на сборы. Я до сих пор не могу с ним связаться. Вся его карьера зависит от этого выступления. Я боюсь, что с ним что-то случилось плохое. Я знаю, что он должен был прийти к границе Кагастана. Вы случайно его не видели? Максим Вагнер. Блять, не надо что ли реально пойти на границы? Захуяриться. Ладно, поехали. Да я куплю ножи, куплю. Я куплю, я сейчас ещу, кладу. Поводили прям. Поехали к Владу, надо съездить. Влады. Лоу, Влад. How do you feel, Влад? Подцепишь. Да уже вечер, старина. А, да? Так, Влад, короче, блядь. Забери эту хуйню, лопату нахуй. На, блядь. Лом тоже на. Я человек уже с деньгами, блядь, могу позволить себе и нож новый. И лопату, блядь. И ледоруб. И лом. И если надо, блядь, могу еще ледоруб себе позволить. Вот. Могу позволить также себе еще снайперскую винтовку, нахуй. Блядь, 2800 она стоит. Ебаный рот, блядь. Да хотя похуй, на оружие-то оно особо не роляет. Лучше качнуться. Да не, нормально, одного ножа хватит. Лишний повод съездить к Владу, ребята. Калаш пизже, чем снайпа? Реально? Не, винтовка лучше.
Ребята, дробовика с пистолетом хватает нахуй просто за глаза. Ебанутая связка просто. Да-да, машину надо будет починить. Тоже база. Отойдите по бокам, и варишь. Да все, блять, тем я кончил спать. Пока не поздно. Так, купленные предметы. Сегодняшний баланс $700. $700 США. Довольно много. Солидная сумма. Такс. Бра, прикинь. Тебя смотрят 1200 человек. Попробуй представить эту толпу. Она ж будет хоть какой огромна. Ну да, там пиздец, сколько много будет людей. Целый митинг, блядь. Спасибо тебе огромное, подаков, за 220. Благодарю. Благодарю. Да даже 50 человек, когда тебя смотрят. Я помню, короче, у нас турик был в городе. Типа по доте, блядь. Ну, знаете, республиканские. Там поприезжали команды с разных городов. Тоже мы участвовали. И у нас собирался... И у нас собирался лан, и туда пришло, ну, наверное, ну, человек 50, наверное. Блять, ребята, это пиздец, как много было людей. Так, сейчас. Типа, а что говорить о 1000 человек? А что говорить о несколько тысяч человек? Это очень много. Это очень много. Охуеть, как много. Так, туалетку на склад спрятать. Так, у нас все то же самое, да? Ну, конечно. Ладно, запускай. Запускай, народ, блядь. Выписывает штраф за митинг. Отдайте, варишу командиру. Давай, давай, блядь. Ты сорвешься с контроля, люди умирают на улице. Умрат от шаяда. Это дамра правители не те вам мелош. Так, подожди, так мне как раз таки... Из Альбарака, блядь. Дата вакцинации в порядке. Номер паспорта в порядке. Имя в порядке. Азар. Это похоже на Азар. Вес 2800. Так, спущенные колеса 4 штуки. Шолек. Так, тут все в порядке, все в порядке. Мико Абаси. Везете что-то? Везете ничего. Ну что ж, внешний вид давай тогда. Пары нету, бампера нету. А он, наверное, не должен быть. Или должен? Печать левая? Нет, роли есть. Сейчас. Не, паспорт в порядке у него, точно в порядке. Ладно, подожди. Так, зеркал одного нет зеркала. Бампера переднего, наверное, тоже нету. Блять, но он же должен быть там хоть какой-то на буханке. Задний-то похуй, вроде бы его... Или он должен быть, а его нету. Фара разбита, бампера нету. Зеркала нету. Так, давай номер проверим. ВЦВ 76НЮ 1962. Все в порядке. Так, три нарушения уже есть. Фиксирую данную информацию, блять. Что торгуете? Продаю, что покупаете? Пачку за 11. О, не. Туалетку за 18 уже. Кочку, пачку кофе за 12. Это, кстати, нормальная цена, нет? И мешок картошки тоже за нормальные бабки продают, не? Смотри, смотри, это деньги вроде ничего такие, да? Это вроде ничего такие бабосы. Берем, берем. Так. Атаман,
Да. Равна рядоха. Да, выйдите из машин, пожалуйста. Отлично, отма выходу. Блять, ну в остальном вроде порядок. Ну три типа. Ну он вроде проезжает, у него все в норме. У него все в норме, за исключением зеркал. Хотя подожди. Плохое техническое состояние не является основой для отказа во въезде. Так что похуй. Пару не заметил, а не отметил. А, да. Технический контроль. А с кузовом что? А где вы видите, что крыло отсутствует или что? Короче, ладно. Разрешен въезжайте. Но он въезжает, типа. Хорошего дайна! Плохое состояние не является отказом. Он может ехать. А машина это Азов вот этот, да. Или как там он называется, блядь? Правильный осмотр. Бумаги в порядке. Ну все четко. Но дефект кузова не было. Это вы меня наебали. Так. Пущены шины из Альбарака будет ехать. Отдайте варежу командиру. А ну давай документы. Выйдите. Выходите из машины. Выходите, выходите. И документы, пожалуйста. Ароско пропшамана. Атматур. Кагастамец. Тунаглак. Ой, не то. Тут все хорошо. А, вакцинация от гриппа, блядь. Да ебать. Правила въезда нарушил, нахуй. Да я вижу, что там грипп. Залупа. Да везет еще, слышишь? Один штук. Плюс паспорт еще говорят. Прям все говорят. Просрочен. Да, действительно просрочен. Уже несоответствие. Правила въезда нарушены, срок действия паспорта нарушены. Все, в принципе, можете нахуй ехать уже отсюда, блять. Вам здесь не рады. Все, до свидания. Ну а что поделать? Извините, молодой человек, блять, но я ж не могу ничего поделать. Как есть, так есть, ебать того рот. Можете нахуй ехать. Все, давай. Мое дело развернуть. Следующий. Так, подожди. Тип автомобиля, номер паспорта, но это ладно. Так, стоп. Альбарак, спущены шины. Отдайте варишу командиру. Давай сюда, блять. Вот это микрос, да. Микрос челик. Ароско пропша амана. Атматур. А вот ралиец, кстати. Блять, а нам кто нужен? Альбарак, нахуй. Альбаракиец нам нужен. Менис Жлоти. Номер паспорта совпадает. Здесь все совпадает. Микрос машины совпадает. ОЗФ. ОЗФ 4317. ОЗФ 4317. Порядок. Менис. Мистер Менис. Пропшать. Илью астарой от сиденья.
Вы же знаете, если я что-то найду, я вас выебу. Пара битая. Нету зеркала. Нет зеркала. Еще одна фара битая. Лобового тоже нету. Что еще? Вроде все. Блять, в остальном в порядке, и вы не поверите нахуй. Срок на вида в порядке у него. Срок у него в полном порядке. Срок действия 4 июня, месяц еще годный. Может ехать. Все, до свидания, блять. Добро пожаловать в Арцтоцку. Раду туксая, аман. Ач тоба чиста. В остальном он в порядке. Так. У нас ружьем нахуй встречается, чтобы сейчас еще по колесам ебашить. Шолек. Здорово. А вот и Альбарак подъехал. Выходим из машины нахуй. Опа, ребята, а вот это уже наш клиент, блять. Торгуешь, сразу спрошу? Не торгуешь. Это наш клиент, ребята. Это наш клиентик. Я, блядь, поебал у него вижу. Что он нечистый, блядь. Опа. Опачки, бляха, муха. Это... Курва, дура! Топор нужен, сука. Я тебе, блядь, сейчас дам, курва. Курва, дура, блядь. Сейчас, сука, я тебя... Блядь. Ты меня, сука, сознаешься во всем, тварь. Отойди. Ты не переехал, блядь, не на ту границу. Урод, блядь. Опачки. А вот и спиртик нахуй полился, ребята. А вот и спиртик полился. А ну, блядь. Выгружай, блядь. Не расстраивайся. Опа. Еще, блядь. Где еще? Спирт в сане, блядь. Где еще, сука? Где еще, блядь? Говори, сука, тварь. Говори, то я, блядь, зарежу тебя нахуй. Говори, блядь. Зарежу, блядь, как свинью. Потому что реально в свинье. Вы верите, что это все? Вы реально, вы верите, что это все? Я вообще нахуй не верю. Пошел. Вася, 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 Вася. Вася, 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 блядь. Сейчас я нахуй тебе, блядь, пущу тебя на сало, блядь, закопчу тебя. Повезло твоим свинкам, ты арестован. Что, ошибка? Отойте. О, ебать, так у вас тут, слышишь? Нихуя себе, у вас тут уже бригада, блядь. Все, ребята, сидеть, блядь, можете дрочить друг другу нахуй. У меня есть план побега. У меня тоже есть план побега, блядь. Где там мой залуп-залупыч, блядь? О! Сержант Москвич. Москвич теперь, блядь, в порядке. Давай поиграем с ними, Саймон говорит. Так, Максонов, давай-ка убирайся. Пришло время уборки.
Отлично. За пассажирским сиденьем. За пассажирским, блядь, на грузовике. Сегодня хуя не будет, дружище. Койки сегодня не планируется. Так. Это у нас... Что продаете? Пачку кофе по 10? Сейчас приду, блядь, подождите. Я сейчас. Сейчас. Я сейчас прибегу, блядь. Ради интереса, если бы эта игра была твоей реальностью, ты бы брал взятки в этой ситуации или нет? Только честно. Слушай, ну давай объективы, на объективычек. Если бы чувак, допустим, вот он везет какие-нибудь лекарства, которые нельзя провозить. Тут написано нельзя, блядь. Но он говорит, блядь, я вот, ну, типа, ну, у него там немного бы было. Он говорит, что, ну, мне вот надо там, у меня там мать больная или что-нибудь такое. Вот, я бы, наверное, дал бы ему провести. Он бы еще за это, если взятку бы дал, я бы, наверное, взял бы. Вот, а так я хуй знает. Ну нет, я бы, наверное, побоялся в плане том, что... Бля, хотя я работал на работе, у нас тоже много можно было левачить, вот, и по мелкому, типа, я нарушал какие-то права, там, ну, правила рабочие, по мелкому, вот, а по крупнику там можно и присесть за решетку, поэтому мелкие нарушения, я думаю, ничего страшного. Не, левачить нефть не получится. Спиздишь нефть нахуй. У нас, короче, были истории. У нас есть дизельные станции электрические. Ну, дизельные электростанции, да? Которые питают там месторождение. Потому что линии проводов не проведены. Там все на солярке. Вот. И стоят нахуй резервуары. Короче, есть такие чуваки-заправщики, блядь. Ну, просто заправщики. Ну, вот они просто заправщики. И, в общем, там чуваки решили нахуй солярку-то попродавать левым челам. И как они это делали? Едет фура. Пустая, типа, они заправляют полную фуру, то есть полный бензовоз, эту хуйню, и вывозят, потом продают по дешевке. В итоге чел так себе нафармил, там, несколько миллионов рублей, вот, и там что-то поднялся, а потом за него взялась СБшники наши, короче, служба безопасности, они так и назывались СБ, без шуток. У нас есть корпоративная служба безопасности на работе, Роснефтевская, и они этим занимались. Они потом приехали, нахуй, на джипах, скрутили его, блядь. Прямо на месторождении скрутили, там был суд, нахуй, в итоге чел на 7 лет уехал за всю эту хуйню. Вот, так что легких денег в этой жизни, блядь, не бывает. За все приходится, туалетную бумагу за 17 покупает. Все приходится делать с трудом. Я, блядь, да, я продам тебе туалетку. Вот тебе, попродавал солярку. Он еще водку, говорят, покупает, да? А я водяс брал? Так там еще самый прикол, знаете в чем? А у меня нет водки. Там солярка еще низкая, ультра низкого качества, максимально просто. А он 3 штуки покупает всего лишь. Вот, нет смысла, блять, ее вообще покупать, но типы вот как-то на несколько миллионов распродали. И он еще это делал вроде как очень типа, ну, то есть его не сразу спалили там через какое-то время. Он это делал так аккуратненько. Так что вот так вот, ладно, теперь документы. Чаю от документы. Так, Элис Александрович. Все в порядке, номер паспорта соответствует. Так, срок действия тоже в порядке. Привет от Навида. Опа, дата вакцинации. Блядь, ну он... Имя, фамилия тоже нахуй. Эмис. Эон Элис. Ну-ка. Азам, блядь. А у него это не Азам, нихуя, слышишь? Это вообще не Азам. Азам это хуйня. Машина тоже не соответствует. Автомобиль не соответствует. Номерной знак... ОСК 1066 НР. ОСК 1066 НР. Шазам, блять. Так, шины в порядке. Пары в порядке. Все в порядке.
Все в порядке. Все в порядке, въезд запрещен. Не так. А там ЮСК, а там ОСК. Стой, 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 стой! Поболка. Стой, 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 блядь, стой. Это Мадрелла на нынешней неделе. От Мадуро ваши выработчики. А я не могу двигаться, я баг поймал. О, oh, ноу. No. Не, нормально, все, отошел. Отошел. Отошел, отошел. Так, на вид возвращается. Ты бездушный чудовище. Моя любимая сестра Наташа умерла из-за вас. Я даже не смог с ней проститься. Почему ты меня не пропустил? Тебе наплевать на человеческие страдания. Ты мне за это заплатишь. И пулю, блядь, прислал. Наташа умерла, блядь. Ну что ж. Блядь, 3600. Бля, у меня баганулась чуть камера. Ладно. Покупаю себе хату, блядь. Так, это все? Это максимум дом у меня? Ебать, ребята, у меня последний дом. Я русский. Когда я на работу устраивался, у меня было отдельное собеседование с ГСБ. Где мне задавали очень интересные вопросы с байтом на то, могу ли я спиздить базы компании. А также очень сильно доебались до шрамов на кистях. А я ролевика дерусь на металлических мечах. В общем, интересный мужик. А ты ему сказал, типа, я ролевик... Ты ГСБ сказал, что, типа, да я ролевик на мечах дерусь. Да похуй, что ты три тела сидит, нормально. Ребята, ну вот это... Ну вот это уже... Вот это я уже понимаю, хатка, блядь, с телевизором, ебать. Нормально все. Спасибо, Грон, за сотку. Да, контрабанду отвезем, все успеем. Важный телефон звонок. Моя камера забаговалась, типа, пон, после того, как я, блядь, въехал. Я как будто в тачке сижу. Надо будет перезагрузиться. Алло. Варишу, ми мадре інформація, то вжавувати карат мотел. Так. Мастері зави, збрахо вісному, ето інцидент, радо подзрінна. Пошло і не сапрати до відатства. Все, їдем. Сейчас поеду. Я как-то собесился в компанию, где глава СБ, бывший полкан ФСБ, на самом деле утро интересного опыта общения, и в итоге я работаю не пошел. Ха-ха. Да какой добрый день. Отдайте Варишу командиру! А, да! Так у меня забагало, блядь. Я в тачку не могу сесть, блядь. Надо попробовать перезайти. Ну, теперь нормально. Удачи тебе не задушиться? А, да? Там душно будет? Варишу! Ми мадре інформація, то вжавувач карат мотел. Мастері зави, збрахо вісному. Ето інцидент, радо подзрінна. Пошло і ліша правда до віддатства. Окей. Так, ладно, надо сразу тогда, блять. А как? Это надо в к машине подойти, типа, и загрузить. Девочки, на выезд. На вызов. На члены едем. Только тачку надо починить. Отдайте Варишу от Мадуро. А, я могу с инвентаря грузить. Со склада не могу я грузить. Проверьте склад. Осмотреть. Автомобиль. Блять, залупа, короче. Как? Ну? Нет. Инвентарь, типа, и все, блять, время идет, парни. Проверить склад.
Со склада нужно делать. Иду на склад. Подожди, блядь. Подожди, гайс. Подожди. Не души, братва. Сейчас проверим. Ну и чё, блядь? А, вот, автомобиль. Все, все, гайс, все понял. Блять, автозак нужен срочно, нахуй. Без него, блять, как без рук. Только в инвентарь грузить. Ебать там спирта, слышишь, блять? Свой ликероводочный можно открывать. Ой, блядь, нихуя себе. Менты на вызов, блядь. Найдите вход в здание. А, блядь. Я не сюда. Блять. Блять, все спиртяги, ёб твою мать. Да блядство. Бля, кстати, действительно, слышишь, чел там годную идею подсказал. С ума сойдешь, блядь. Так, а что тут обыскивать? Даже сюда надо пойти. Надо мне. Ебать их там. Блин! Сейчас, подожди. Мне уж пришлось так сделать. Ну, если они лохи, типа. Вон. То я могу. Ты пришел вовремя, говорили, что как раз хотели сдать меня кровавому кулаку? Меня зовут Петр Кавка, я помощник министра внутренних дел. Пацан, за лозом находится, не знаю, что мне известно подробности нападения на их логово. Быстрее, сжи меня и пошли отсюда, они скоро будут здесь. Окей. Освободите. Оставьте, освободите. Так, опасаясь сплетен своих политических соперников, Кавка решает сохранить тайне историю своего похищения, угрожая обвинить...
Вас, сотрудничество с Кровавым Кулаком заставляет вас хранить молчание и помогает покинуть карикатку. Комиссар рад разгрому очередного убежища банды Аберкова, и тот и не знает всей правды. Бля, на самом деле, типа, может и не стоило? А может и не стоило говорить? Так, подожди, поехали, отвезем теперь все. Надо было действительно оставить его. Да, я на стороне режима еще, это правда. Ну а что, типа, я ментом работаю, блядь. Платят нормально, деньги есть. Соцпакет есть. Поебать. Мотынки соберется светом. Сегодня еще еле нашел замену, оказался нерабочим, только жутить и только стриму не выручают. Ё-моё. Соболезную, когда ломается комп, это всегда супер хуевая тема. Во-первых, это новые растраты, блять, а во-вторых. Ну это вынужденные траты. Отдайте барыжу командиру. А, да? О, барс на работе. А, да? Вас похитили одровни контрабанду. Да, блять. Я, наверное, будет проскочить ее очень быстро. От засады максимально быстро. Вот тут мост. Нормально, нормально. Да не могу их задавить, там надо отворачивать с дороги. Слишком неудобно. Блять, да похуй. Кавказский дрифт. Отдайте попробные варежу. Здрасте, здрасте. Отдайте варежу командиру. Здрасте, здрасте. Все, спать. Отдайте, отдайте. Отдайте, отдайте. Отдайте. Варежу, обна вы хорошие спать. Да. Готовочная жиробот саденная? Да. Да, я готов. Сейчас воды налью, мужики, сейчас приду. Солик.
Кстати, я тут что подумал? Мы сейчас этот день завершаем и идем фильм смотреть, потому что время уже нихуя себе. Так, документы, пожалуйста. Открыть. Акровротай. Так, Заур. Беридзе. Беридзе. Так, а что у нас по контрабанде? Спущены три шины. Мне вовремя вспомнил. Да, я починю машину, это не проблема. Причина въезда работа, сертификат вакцинации не соответствует. Значит, правила въезда нарушены, значит, в принципе, можете нахуй уезжать, блядь, из страны обратно. Ваших куриц я посчитаю, блядь. Ебать. Или у меня табур до меня сиденья? Да не сыты, блядь, не запачкайтесь, дорогой друг. Так, в остальном... багаж 2. А где еще багаж? А вот. Все, багаж 4, курица 2, блядь. Четко. Сертификат не подходит, правила въезда нарушены. Всего доброго, до свидания, блядь. Номерной знак. И машину надо проверить. ИЗВ 44. Так. Опа. 45. 47, а тут 48, 87. А, регистрационный номер соответствует. Мобиль Ильич. Отфайн, доброй ночи. Давай. Б-б-б-б-б-б. Это у нас что? Конечно, не соответствует, ебать. Идите нахуй. Тип автомобиля не соответствует. Вес 1260, 1570. Все, до свидания. Въезд запрещен. Барасто, цыпка. Ну конечно, нахуй, ошибка, блять, ошибка. Расскажешь, друг. Давай, давай, блять. Next, пожалуйста, нахуй. Чё я там, ничего я пропустил? А, похуй. А вот и спущенные шины приехали. Раз, два, три, блядь, да? Ну, конечно, блядь. Отойди. Да это ж видно сразу, слышишь, блядь. Оно вышло с машины, нахуй. Этого сразу видно, что контрабандюга, блядь. Но... Я, кажется, я уже 2 года смотрю, время летит. Время вообще как вес, как быстро летит. Не мадре, но справедели, что то грузку. Это правда, 2 года уже много достаточно. Быстро, быстро время идет. Быстро, быстро. Опа. Это что так? Это что такое? Ебать, нихуй. Сколько денег? $600? За оружие? Больше дай, блядь. Дай хотя бы 2 штуки, я хуй знает. Я ж найду, сука, еще. Что-то, блядь, так мало. Хуй тут так мало, блядь. Да надо искать. Надо. На КПП проехал, должен был косарь это. Задний бампер, может. Это сзади в машине, нет? Дон Блэк Энд, спасибо большое, что даришь пиво, подписку. Миру.
Ребят, где еще может быть? Да капот это тут вот, типа, вот он. Под этим капотом этот капот не открывается. О, блядь. О, все. Там три, больше мы не найдем. Да мало. Почему, говорит, блядь? Да потому что, ёпта, гладиолус, нахуй. Отдайте. Ебать, у меня там уже братва лесная. Паничка и зайчмену. Как не за кабиной ящик. А, да, кстати, действительно. Так, Максонов, давай убирай все это говно, блядь. Стиралку, унитазы, все продани потом на Авито. Мороз, коваришу. Бандовшийся, действительно. Следующий, проезжаем. Шолек. Давай документы. Подожди, что продаешь? Сики по 13. Туалетку по 6 мало. Водку по 25. Да хуя хочешь. Пачку кофе по Т43 покупает. Пачку кофе принесу тебе. Это я тебе дам. А что если это отсылка на Вучи от разрабов? Какая именно? Ебать, я могу туалетку взять в руки. А я кофе покупал, нет? Да. Ой, блядь, по 30, по 10 я вообще купил. Здорово, Сатена, здорово. Да, это правда, пиво было давно. Это было давно. А представь, еще 5 лет из стриминга пройдет. Ты такой, бля, я 10 лет назад смотрел нахуй GTA RP. Туалетку вам, к сожалению, нет. Блять, водку по 25 мало. Фиги тоже мало. Это от Обарст интересный. Или от Сабик Сарашта? Такс. Ебать. А, блядь, нихуя думал, ты лысый, блядь, а у тебя, слышишь, прокладка на голове, ёпта, Роман Соколов. Соколов Ромашка. От Навида, привет, все хорошо. Ромас, опа. Так, нихуя себе Ромас. Ромас. Так, на заведе. Это не завет, это минис. Машина не соответствует. Тип автомобиля не соответствует. Регистрационный знак. А, HHS 8424ES. Порядок. Какой у тебя онлайн был, когда РП стримил? Что, человек 500-600. Да 1000, короче. Все есть на Twitch трекере, там все можно посмотреть. Типа, АВГ онлайн, наверное, человек 400. Человек 400-300. Ну, не особо, не сравнительно огромный. Так, тип автомобиля. Имя, фамилия, неправильно. Техническая составляющая автомобиля. Залупа. Все, получите отказ, до свидания, блядь. Пора, что ошибка. Я еще в Шраге был, когда начал смотреть, теперь в Швейцарии живу. Ну пиздец, нихуя пиво, ты переехал, да? И как оно в Швейцарии? Так, больше контрабандистов у меня нет, значит все должно быть четко. Так, сразу грузик проверяем. Машины, блядь. Отойди. Так, грузы фиксировали. Не бунтовал, платил больше процентов, были бы больше онлайн. Ха-ха. 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 А, багаж 5 есть. Юрий Ералиев. Королевство РК. С целью посещения. Вакцинация в порядке. А, варила подходит у него. Точно подходит. Номера в порядке.
US 5969DN. Все в порядке. Паспорт, лицо в порядке, багаж тоже в порядке. Проблем нету, можете приезжать. Муни блэс. Туксая, а чё почиста? Точно в порядке, да. Вроде бы точно. Спасибо огромное. Блять. Подожди, неправильный досмотр, в смысле? Это надо сбоку заходить, блять. Я, блядь, управление залагало, я не могу перезарядиться. Чё за... У меня всё лагает. Блядь, Максимова захуярили. Блядь, я не могу стрелять. Ладно, пускай меня завалят. Да как у меня нет патронов? Патрики есть, я не могу, у меня ничего не работает. Не могу выбрать ничего, типа, ну, ничего не работает. Минус 200 не засчитало. Нет, минус 200 не засчитало. Он не проехал, он не уехал. Мне пришлось, блядь, немножко намекнуть ему, что вы ему не рады. Патрики кончаются, сука. Да, сука, не надо, дядя. Молю, блядь. Что нахуй? Рукопашку, блядь. Блять, мой дом! Ёбаная мразь! Блять, ебать их там. Ебать, машина еще подъехала. Сука. Пиздец, блять. Блять, где мой ствол? Полиция, блять!
пиздец, отбились нахуй. Даже никто не умер, блядь. Комиссар, раду буду. Пиздец, там вообще остался кто-то, нахуй? Вы точно хотите ехать, блядь? В нашу страну. Чек ЛС. Сейчас. Блядь, последний бедолага на сегодня, блядь. Он все это время стоял, наблюдал за всем, за всей этой хуйней, что происходит, сука, на границе, блядь. Какой-то фильтр на игру стоит, я слышу, нормально, а вот игру как будто через стакан. Попробуй F5 нажать, мне не стоит никакой фильтр. Так, вакцинация в порядке. Албис Бадран. Привет от гриппа, блядь, уже правила езды не соблюдены. Азам 72, блядь. На нее похоже. СФО 811-8 ПВ. Разбита фара. Разбита фара. Разбита три фары. Разбито стекло. Блять, а у него может быть разбит окна. Может он быть, ну, в перестрелке, нахуй. Из-за этого у него все разбито, блять. Груз везет. Все на мешки картошки. У него вроде. Он движок дымит. Так, блядь, дымит-то то, что перестрелка была. Мешки картошки, албис, хуис, так все. Оная не топот. Что за денек? Вот такой вот денек, блять. А вот такой вот денек. Денешенек. А денешенек, блять. Я вес не посмотрел. Да и машина не та, наверное. Блять, мужик, заебись, приехал, блять, ему всю машину обстреляли и уехал нахуй. Потому что не пустили. Атма, идите вот тихо. Утрошно. Мы мадрефартный робоца. Надо пойти поспать, блять. Станция сегодня будет или уже поздновато? Старина, ты все проспал. Станция уже была. Возможно, завтра. Пора покупать автозак. Сейчас, подожди, посмотрим. Сейчас еще один денечек. Конфликт на юге. Ага. Угу. Так, по решению партии цели защиты. Народ хозяин, здесь перевозка грузов, вижу страх, максимальное количество товаров. Продукт питания 6, бытовая техника 3, химикаты 4. Опись груза то же самое. Да ладно, пошлите, короче, фильмик смотреть, ребята. Потому что время уже... время уже, короче, поздноватое. Вот, поэтому... Сейчас... Я вам сейчас ссылочку дам, куда заходить. Пойдем смотреть кино. Пойдем смотреть кино, ребята.